Вот наша Мирана с щеночками. Кто-то плачет, кто-то спит, кто-то ест. В общем, все заняты своими делами. В итоге получилось, что у Мираны и в этот раз родилось 10 щенков, представляете? То есть я такого вообще не ожидал. Так они платят, как плачут, как котята, да? Это в комментариях заметил. Представляете? 10 щенков у Мираши. Вообще. 10. Всем надо покушать. Они по очереди едят, и я им помогаю в этом. Ну и кто-то спит, вон спит, щеночек лежит. Маленькие такие все. Маленькие-прималенькие. Мирана следит, чтобы было все в порядке. Видите, какая замученная собака. 10 щенков родила, представляете, опять? Плодовитая такая у меня собака. Эту я убрал, кстати, ну, которая лежала тут. Плед. Потому что они в нем забиваются. И, в общем, застревают. А так, в принципе, тут тепло, я топлю. До сих пор я сейчас печку утром затопил опять. Ночь прошла, в принципе, все в порядке. Но насчитал я 10 щенков. 10, представляете? Вот так вот. Мирана следи, чтобы все было в порядке. Да, Мира? Все хорошо. Ляг, полежи, полежи, отдохни. Встань, иди, в чем? Что делают-то и хотят? Так плачут, повторяете? Сейчас будем и помогать. Вон кто-то ест, вон, ест щеночек. Они маленькие, крошки. И всего лишь один день. Сейчас Миране поставил еду. Постоянно туда-сюда бегаю. Домой. К ней, домой к ней, чтобы, ну, наблюдаю, чтобы все было в порядке, чтобы она не придавила щенков. А то может, ну, она встать, потом опять лечь и их придавить. Поэтому надо за этим следить. Плачут, плачут так. Жалко их, охота им помочь. Постоянно их к груди их подталкиваю, подношу, чтобы они брали, кушали. Так вот плачут. Кто-то, опять повторяюсь, ест, кто-то плачет. Жалко так их. Надеюсь, что будет все в порядке, что щенки все будут кушать, все будут здоровыми, крепкими. Да, Мираш? Ну, так должно быть. Надеюсь, не как в прошлый раз, что один щенок в итоге, ну, видимо, больной какой-то был или что. Вот, сейчас, надеюсь, такого не будет. Я вчера уже вечером, ну, 8 щенков родилось. Я пошел спать, потому что было уже очень поздно. Ну, еще видео надо было смонтировать. И вот. Сегодня утром прихожу, рано утром, в 6 часов утра. Смотрю, уже 10 щенков. Думаю, хорошо, все в порядке. А то я у каждого же это, выкачивал слизь из носа. А двоим не выкачил. Ну, нормально, все хорошо. Все бодрые бегают вон. Лезут на Мирану покушать. Все хорошо. Мирана. Устала собака, очень устала. Почти уже прогорело. Почти все уже прогорело. Можно скоро уже закрывать вьюшку. Печка уже довольно-таки горячая. Прям вообще
Там горячие кирпичи, так что будет очень тепло. Миране еще готовится еда в мультиварке. Вчера она покушала вечером после родов. А сегодня еще вот еще не ела, готовится. Утро, потому что рано. Вот поставил, будет скоро есть. Сейчас быстро остывает еда, выйдемте на улицу. На улице минус 25. Махом остывает, и я ей тут же даю покушать. Очень сильно за них переживаю, за щенков, потому что они совсем маленькие. Ну, все равно доверяю как бы Миране, но как бы это животное, она не может как бы думать, поэтому я постоянно прям слежу, контролирую, чтобы все было в порядке, потому что я боюсь, чтобы щенка она не придавила своим телом, и он там не задохнулся, чтобы он вовремя покушал, там поспал. Вон, они плачут, слышно как. Но это для щенков нормально, тут раз тоже так было, и все, в принципе, в порядке было. То есть выросли здоровые кабаны такие, большие щеночки. Вот так вот, сейчас готовлю, Мирану покормлю. Сейчас покажу, кстати, какая погода на улице сейчас. Выпал немного снег. Он на елочках лежит. Снежок красивый такой. И тут тоже. Да, чуть в этом году очень мало снега. Пока что, может, еще выпадет. Но у нас его мало. То есть вот всего слой небольшой, там, сантиметр-два. Очень мало снега в этом году. Фу, вообще холодно, конечно. Ужас. Конечно, помещение очень тепло. По сравнению с улицей, так вообще там минус 25, тут плюс 25. Это вообще, конечно, классно. Ну, все-таки хорошо мы утеплили помещение, и щенкам тепло, и Миране тепло. Ладно, еще вечером увидимся, так что смотрим нас каждый день. Обязательно подписывайтесь на канал Дениса, здесь еще будет много видео про наших щенков, как они растут. Каждый день буду выпускать, так что обязательно смотрим. И ставим колокольчик, чтобы не пропустить видео. Также хочу порекомендовать мой второй канал Лев Лайф. Тоже ссылочка будет в описании. Там я снимаю рыбалку, охоту, металлокоп. В общем, все самое интересное для вас. Ладно, с вами был Денисыч, Мирана и щенки. Давайте еще увидимся сегодня.